юных лет. Дорогу выбрала б тогда, дорогу выбрала б тогда, которой не было и нет. Но где дорогу отыскать, которой не было и нет? Да просто надо помечтать, да просто надо помечтать, мечтать. И в этом весь секрет. Когда бы вспомнить мне, друзья, все увлечения юных лет, такое вспомнила бы я, такое вспомнила бы я, какого не было и нет. Но где такое раздобыть, какого не было и нет? Да просто надо полюбить, да просто надо полюбить, любить. В этом весь секрет. Когда вы спросите меня, как я живу на склоне лет, отвечу я: полна огня. Да-да, полна огня и юных сил. Которых нет. Но как вы можете гореть, когда уж молодости нет? Да просто надо не стареть, да просто надо не стареть. Вот так. И в этом весь секрет. Вот так. Дорогие друзья, раз вы здесь в зале, значит, вы мои истинные, настоящие друзья. Мы все, все как один, кто сегодня принимал участие в этом вечере, благодарим вас за ваш горячий прием, за то, что вы пришли и вспомнили о нас. Спасибо.